Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина объявила о своем новом достижении. Она получила диплом психолога. Телезвезда с отличием окончила МГУ имени Ломоносова. Оказалось, что Ксения давно мечтала стать психологом и активно двигалась к этой цели. Она поделилась в своем личном блоге, что это решение стало одним из лучших в ее жизни. Она получила ценные знания от лучших преподавателей России и не планирует останавливаться на достигнутом. Ксения подчеркнула, что продолжает обучаться в выбранном направлении. Подписчики Бородиной поздравили ее с этим достижением и пожелали дальнейших успехов. Правда, стремления телеведущей восхитили не всех. Некоторые считают, что она получила диплом слишком быстро и обвиняют ее в обесценивании образования. «Учились 6 лет, очка, адски сложно. Такое обесценивание диплома и специальности. Ксения, так быстро, как вы, наверное, даже тарологи, нумерологи не учатся. Ужасно, полное обесценивание образования. А когда успела отучиться? Все время в разъездах, на «Доме-2» опыт получили», высказались интернет-пользователи. Ксения, привыкшая к негативным комментариям в свой адрес, старается не обращать на них внимания. У нее есть сильная поддержка от ее нового партнера Николая Сердюкова, участника шоу «Последний герой». Пара демонстрирует свои чувства друг к другу, и Ксения отмечает, что теперь она будет делать то, что хочет, и жить своей жизнью. Только проработанный человек плевать хотел на то, что думают другие. Он счастлив в моменте. Только глупцы не меняют мнения, не идут за чувствами, не живут как хотят. 3 года тишины, никакой личной жизни. А теперь я буду делать, что хочу. Люблю вас, но больше всего я люблю себя и свою жизнь, отмечала Ксюша. Ранее сообщалось, что бывший муж Ксении Бородиной публично признался, что изменял ей в браке.